Ну, вставай! Ай-яй-яй-яй! Вставай, пошли! Отпусти! Ай! Мам, скажи ему! Настя! Коля, осторожней с ухом! У него в детстве отит был! Мальчик мой, с тобой все в порядке? Не волнуйтесь, я в норме. Я не тебе, я Вадику. Ой, Павлик! От таких спасателей, как ты, спасать надо. О, привет, малыш. Привет, Карлсон. Костик, а мы тут с Ленечкой рассматриваем ваши детские фотографии. Твои вот. Фотографии. А ты меня заставлял потрачить, как раба. Лень, прекрати, ну какой ты раб? Ты глянь на себя, вон какой упитанный, щекастенький. Чего? А он что, в розыске, что ли? Или это таблетки от запора он рекламирует? Помогите! Спасайте. Спасать? Ну, спасай! Ну, дай на билетик в хорошее настроение, а? Ночью ты в туалет один раз ходишь! Пенсию заслужить надо! Вот ты не наш, понял? Когда будешь лысый, как Васильич, вот тогда приходи! Мальчик раскапризничался и домой, как в зоопарке! Да ничего не раскапризничался! Я тебе говорил, давай останемся! Да, давай останемся! Это чтобы лось из леса на твой брачный зов прибежал. Ты мне сама сказала, чтобы я в телефон не залипал. Вот я его и положил, а не бросил. Я же не знал, что к нам в гости этот Армагеддон зайдет. Дочка, вы не переживайте. Я спасу вашего мальчика. Он уже не мальчик. По человеческим меркам он мой ровесник. А. Владик, детка, сейчас добрый дядя тебе поможет. Пап. Да. Подождите. Ай, я не знаю, как эту девку распутывать. Иди, скоро мама придет. Нужно шалаш разобрать, который вы построили. Мне к боли не привыкать. Меня и собаки кусали. А,